А что вы думаете, если вместо свадебного торта мы женихом откроем банку сгущенки на сладкую жизнь? А вы представьте, как... Вот смотрите, вот наступает такой момент, да, вынос свадебного торта, дальше вот вы выходите на центральную... Вот прям вот порядок действий для себя опишите. Вы выходите на центральную площадку, тут какие-то фанфары играют, ну, может быть, не фанфары, да, играет какая-то музыка торжественная, ведущий делает какую-то подводку, возможно, гаснет свет, возможно, появляется софит, и там выходят официанты, позади пошел тяжелый дым, возможно, который застилает вам пол, холодные огни. Тут выходит официант, достает что? Что он выносит? Сгущенку, да? Вы ее открываете, все посмеялись, и дальше они ждут что-то еще, да? Продолжение какой-то настоящести. Вот, я поэтому можно, это можно сделать, но я бы это сделала, знаете, в каком формате? В формате прикола. То есть, например, вы открыли сгущенку эту, да, и потом после этого уже настоящий свадебный торт. То есть все посмеялись, сказали: о, ребята, молодцы, прикольно, прикололись. Предложите всем там гостям: ребят, подходите, кто хочет сгущенку. Ну, там, грубо говоря, да, ведущий скажет: ребят, подходите, там, кому сгущенки, подходите. И после этого уже там выносится свадебный торт, или, может быть, вы там что-то там, эту сгущенку куда-нибудь там польете что-то, не знаю, как это будет, может быть, какая-то клубника будет, которую вы польете этой сгущенкой. То есть выносится что-то плюсом. И, то есть это, я бы сделала это как дополнение, наверное, к основному вот этому фееричному шоу, а не как замена, не вместо, а вместе.